Всем привет, дорогие друзья, с вами Погос. В прошлом году состоялось католическое Рождество, а сегодня ночью настало и православное, с чем вас поздравляю. Сегодня я вам покажу один фильм, о котором вы, наверное, не слышали. Как его так назвать-то? Большая куча дерьма. Спасибо. Называется этот шедевр Star Wars Holiday Special, который вышел по телевизору 17 ноября 1978 года. Действие происходит после Новой Надежды. По сюжету команда Тысячелетнего Сокола убегает от имперцев и приезжает к родне Чуи, чтобы отпраздновать местный день жизни. Что-то типа местного Рождества. Посмотрите на них, люди, это не вуки, а какие-то снежные люди. Старикан Чуи и то симпатичнее. Вдобавок бесило, что не отображается хотя бы субтитр, чтобы понять, о чем базар. Я про Люка молчу. Отдыхал, наверное, на Татуине, раз такой загорелый. А сейчас я вам покажу галактическое телевидение. Как можно такое воспринимать, блин, всерьез? Это еще не все. Представляю вам передачу с отметкой 18+. I'm getting your message. Are you getting mine? Oh, we are ex. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ребят, у меня дежавю, где-то я это видел. Блин, они же взяли кадры из Новой Надежды, переозвучили и вставили. Халтура. Дай от меня этому режиссеру в морду от всей души. Это ты во всем виноват, импотент с левой резьбой. На 48-й минуте фильма начинается мультфильм пропагандистского содержания, который смотрит маленькие вуки, когда имперцы ищут повстанцев дома этой снежной семейки. Единственный плюс здесь, что тут впервые появляется наш любимый Боба Фетт. А в конце герой собирается, и Лея начинает петь. В общем, друзья, не знаю, как описать дальше этот ужас. Теперь понимаю, почему я этот фильм раньше не видел. Лучше бы не видел. И вам бы не советовал. А если хотите устроить садомаза, вот вам ссылка, она еще будет в описании. Ну, в общем, флаг вам в руки. Спасибо за просмотр. Не жалейте ставить лайк и подписаться на канал, если это не сделали. Да пребудет с вами сила, и смотрите только хорошие фильмы.